Взламывали терминалы в Тюмени подозреваемые несколько месяцев. И хотя в каждом конкретном случае добычей становились несколько тысяч рублей, владельцы платежных аппаратов несли значительные убытки. Монтажки открывали двери и открывали терминал. Как выбирали помещение? Которые увидели, те и делали. Сколько вообще сложность похитили? Не знаю. Примерно? Не считали. По-разному сумме. Ну, в среднем? 8, там, 5 тысяч, где-то 3 тысячи. В общем? Не знаю. В 14 эпизодах задержанные сознались. В результате серии краж они похитили более 100 тысяч рублей. Действовали, как правило, вечером или ночью. В общей сложности сколько денег похитили? Около 100, наверное. Действовали вдвоем? Да. Откуда знакомы с подельником? Давно знаем, вместе на одном районе жили. Кто предложил? Вместе как-то смотрели ролик в интернете и увидели. 23-летние тюменцы ранее судимы. По факту краж, совершенных группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям. Юлия Галкина, Юрий Быбин, 72.ру.